Больница «Семашко» – туберкулезное отделение. Здесь проходит лечение одновременно порядка сотни самарских детей. Курс длится около года. Выходить за пределы больницы нельзя, а жить хочется комфортно, как дома. Конечно, государство обеспечивает их лечением и усиленным питанием. Но, к сожалению, не все возможно сейчас закупить для, например, игровой комнаты, где дети могут находиться в свое свободное время. И для того, чтобы у них было хорошее настроение, чтобы они быстрее выздоравливали, необходимо, чтобы вот эта игровая комната стала более яркой, чтобы там появилась, может быть, новая мебель, игры настольные, телевизор. Акция «Белый цветок» свои истоки берет еще с дореволюционных времен. В 1911 году император Николай II провел дни благотворительности и милосердия. Собранные средства его супруга Александра Федоровна пожертвовала на туберкулезных больных. «Белый цветок» в наши дни прошел в Москве и Санкт-Петербурге. В Самаре традицию подхватили депутаты городской думы и приурочили к Международному дню защиты детей. Мы должны учить, мы должны преподносить наше старшее поколение уроки милосердия нашему младшему поколению. Существующая проблема, нравственная проблема нашего общества, которая сегодня очень остро стоит, да, и в основе этой проблемы лежит черствость душевная, она уходит и уступает место самым лучшим человеческим качествам – любви, доброте, состраданию, милосердию. Я думаю, что подобные акции оздоравливают наше общество. Помочь справиться с недугом своим сверстникам решили школьники и детсадовцы промышленного района Самары. В парке имени Гагарина они устроили концерты, мастер-классы. А врачи организовали центр здоровья, где можно было пройти мини-обследование. Ребенок, заболевший туберкулезом, это не обязательно в асоциальных семьях. Это не застрахована ни одна семья от заражения этим заболеванием. Во-первых, сначала они проходят очень длительное медикаментозное лечение, а затем очень длительное реабилитационный период. И, конечно, это очень все финансово затратно. Акция «Белый цветок» будет идти все лето. 1 сентября все собранные деньги потратят на детей, больных туберкулезом, городской больницы «Семашко». В школах пройдут уроки грамотности, как защититься от этого недуга. Самый простой рецепт – вести здоровый образ жизни и заниматься физкультурой. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.